стульчика электрокачель 2 в 1. Стульчик рассчитан с рождения до 3 лет. Можно использовать как шезлонг. То есть у такого плана здесь стоят фиксаторы. То есть у вас качелька не качается. Когда снимаете блокировки, качелька у вас раскачивается. То есть можно использовать как электрокачель, электрошезлонг. Здесь стоит у вас регулировка скорости. То есть качелька раскачивает сама ребенка. Скорость увеличивается по мере возраста и веса ребенка. Музыка. Можно установить таймер, чтобы, допустим, определенное время качала. Скорость увеличивается. Здесь стоят мягкие игрушки. Это мобилька. Ремни безопасности обязательно. Разделительную зону, чтобы у вас ребенок не укатился, не сполз. Мягкие накладки и мягкий матрасик. Эта функция получается электрокачели. В дальнейшем можно разобрать как стульчик. Стульчик также можно использовать с самого рождения за счет того, что спинка ложится полностью в лежащее положение. Сам по себе стульчик очень высокий, но регулируется по высоте. Также в зависимости от возраста, от вашего роста, либо от роста, от высоты стола, можно регулировать высоту. То есть либо поднять, либо опустить на тот уровень, как вам удобно уже. Также можно использовать как шезлонг. Три положения спинки. Сидя, лежа, полусидя и сидя. Мягкий матрасик, он с неломным чехлом, можно также его попозже снять, постирать, почистить отдельно. И идет двойная столешница. Вот такого плана. Столешница съемная, первый столик, он с ним легко моется. И второй столик, здесь идет уже больше рабочая зона. Здесь идет разделитель под подстаканник еще дополнительно. Также регулируется по глубине, в зависимости от посадки ребенка. От габаритов ребенка. Такой универсальный стульчик получается с 2 в 1.